На севере Таджикистана 12 мая начался судебный процесс в отношении четырех жителей Бабаджан-Гафуровского района, которые обвиняются в членстве в исламском движении «Салафия». На скамье подсудимых трое жителей Джамуата Хайдар Усмон Бабаджан-Гафуровского района. Братья 40-летний и 33-летний Семиджон и Махкамбой Ульмасовы, 41-летний Мухаммаджон Ибрагимов и 32-летний житель Худжанда Давранхон Валиев. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 307 УК РТ «Организация деятельности экстремистской организации, участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Семиджон Улмасов, Мухаммаджон Ибрагимов и Давранхон Валиев были задержаны сотрудниками ГКНБ РТ в Сагдийской области 13 февраля 2017 года. Махкамбой Улмасов 10 апреля 2017 года. Таким образом, в Таджикистане под предлогом утверждения ханафитского мазхаба властями ведется борьба с любыми неподконтрольными властям исламскими движениями. Следует заметить, что согласно исламу, даже при исламском правлении халиф не имеет права утверждать какой-то мазхаб относительно обрядов поклонения и акиды, не говоря уже о секулярном противоречащем исламу правлении Рахмона. В статье 4 проекта исламской конституции, которую подготовила одна из международных исламских политических партий, говорится. Статья 4. Халиф не принимает какие-либо определенные законы шариата относительно обрядов поклонения, исключая случаи закята и джихада. Он также не принимает никакие мысли, которые касаются исламской акиды.